В основе Винчун, философии Винчун предполагает, что человек должен обучаться самому главному моменту, это пониманию момента здесь и теперь. То есть он не должен быть в прошлом и не должен быть в будущем. И вот этот момент и ощущение самого момента предполагает, что любые трудности или простые какие-то вещи человек принимает уже как свою собственную судьбу. Я бы сказал так, что если бы каждый обычный человек мог понять как бы суть этого момента, то он понял, что другого момента в жизни не бывает, что, собственно, момент истины или судьба – это то, с чем он встречается. И было бы, наверное, очень обидно, если бы человека лишили каких-то сложностей в жизни. Поэтому очень важно, чтобы человек относился к любым событиям, который происходит с ним, как единственная его собственной жизненной ситуации. То есть это путь воина на самом деле. Но те люди, которые знакомы, ну скажем, с какими-то законами времени, мы сейчас живем именно вот во время воина. Безупречный человек – это тот, кто уходит от суеты. Делать это нужно решительно. Воистину нет ничего, кроме подлинной цели настоящего мгновения. Вся жизнь человека есть подлинность мгновений. Если человек до конца понимает настоящее мгновение, ему ничего больше не нужно делать и не к чему стремиться. Живи и оставайся верным подлинной цели настоящего мгновения. Уже только тем, что человек не убегает, он удваивает свою силу. Если ты не сделаешь чего-то сразу, не сходя с этого места, оно останется не сделанным до конца жизни. Человек должен глубоко почувствовать основы своей веры, чтобы в момент принятия решения действовать без усилий спонтанно.
Thank you.